Каждое утро по форме и с готовностью решить самые сложные ситуации. Максим Садочков говорит, что быть полицейским нелегко, но для него работа стала любимой, а отделение – вторым домом. На его должности профессиональных навыков полицейского недостаточно. Психологические и человеческие качества порой оказываются гораздо важнее. Ведь работа с делами несовершеннолетних требует особых усилий. Мы, скажем так, вот прошли вот этот внутренний отсев, который был у нас, аттестация. Вот, мы могли бы, скажем так, на каком-то пути махнуть рукой, развернуться и сказать, нам это не интересно, нам это не нужно. Но оставаясь в органах внутренних дел, я думаю, мы, скажем так, и нужны государству, вот, и, скажем так, ценим ту поддержку, которую нам она оказывает. На службе насмотришься на многое, говорит майор полиции. 11-летние грабители и хулиганы для него уже не новость. Но встречаются и те, кто вовремя встает на верный путь. Так один из его подопечных из заядлого разбойника превратился в порядочного полицейского. Хотел быть похожим на своего наставника. Может быть, именно поэтому Максим Садочков считает, что главное в конкурсе на лучшего полицейского показать личный пример. Главное на любой работе оставаться человеком. Потому что как только ты потеряешь ту человечность в своем лице, ты потеряешь ее и в лице своих друзей, в лице людей, которые к тебе обращаются. Человеческий фактор во всех отношениях играет немаловажную роль. А поддержать Максима Садочкова в конкурсе «Лучший полицейский» можно. Нужно всего лишь проголосовать за него на сайте uvd-орел.ру. Анастасия Тимоничева и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».